Ученики кадетской школы имени генерал-майора милиции Архипова города Чебоксары присоединились ко всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». На плацу школы выстроились более 700 учеников и педагогов. Представители общественного совета при министерстве утреннюю разминку провел кандидат в мастера спорта по самбо, начальник боевого отделения отряда спецназначения «Гром» Олег Воробьев. Майор полиции показал ребятам несложные упражнения и посоветовал делать такую зарядку каждый день, чтобы быть здоровым и бодрым.